Областной комитет КПРФ к памятной дате начал готовиться заранее. На Соборной площади прошло торжественное возложение цветов среди участников партийной организации. После по городу промчали машины с флагами. Официальную часть организовали в Центре креативных компетенций «Патриот». В очень непростых условиях, когда по большому счету не было никаких резервов, когда не было никаких союзников, когда вокруг были одни враги, это государство выстояло и трудом своих граждан, мужеством своих защитников доказало, что СССР – это именно та альтернатива, которую долго ждали. То государство, которое создано не в интересах олигархов, не в интересах какой-то аристократии, это государство человека труда. И все мы сегодня понимаем, что это государство сегодня как никогда, оно актуально в сегодняшнем обсуждении, сегодняшних мировых конфликтов, межгосударственных. И мы все понимаем, что все это основано Советским Союзом и советским народом. Активным сторонникам партии вручили медали «100 лет СССР» и благодарственные письма. Также были отмечены важнейшие вехи в истории великой страны. Гражданская война, индустриализация и поднятие целины. Победа в Великой Отечественной войне. Первый полет человека в космос. Александра Никитина, Управда ТВ.